Больше никаких ларьков со стритфудом, стихийных магазинов одежды и обуви. На железнодорожной станции Химки продолжают сносить торговые павильоны. Задача – привести территорию к единому облику, который будет соответствовать оформлению станции московского центрального диаметра. Работы ведут по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Жалеть не о чем, говорят местные власти. Торговые точки давно изжили себя. Мы их демонтируем, сносим. И дальше будем рассматривать вопрос о размещении более современных, более качественных и доступных объектов торговых на территории. Появятся ли эти самые объекты на месте прежних, пока только предстоит решить. Кроме того, станцию отремонтируют и установят здесь навесы, благоустроенные переходы и другую необходимую инфраструктуру для удобства горожан. Нина Липанова, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.